Всем привет! Как вы уже заметили, многие наши видео адресованы руководителям. Ведь даже в небольшом бизнесе рано или поздно появляются наемные сотрудники. А значит, его владельцу приходится примерять на себя обязанности менеджера. Ну что же, пришло время поговорить о том, кто же такой руководитель и каким он должен быть. С вами канал Справочное бюро предпринимателя. Давайте разбираться. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, удобнее всего обратиться к ролевой модели. То есть понять, какие роли должен исполнять успешный руководитель. Их можно условно разделить на три группы. Межличностные роли, информационные роли и роли в принятии решений. Давайте рассмотрим каждую группу по отдельности. Итак, межличностные роли. Их три. Первое. Официальный глава подразделения или компании. Выполняя эту роль, руководитель формально представляет интересы своих подчиненных во внешнем окружении. В ходе взаимодействия с другими компаниями и подразделениями. В чем-то это можно уподобить должности президента или главы маленького государства. Помните стандартный текст начала любого договора? ООО такое-то в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича. Вот это словосочетание «в лице» и означает, что вы выступаете от имени своей команды, своего бизнеса, представляя его интересы. Следующая роль – лидер. Это вождь. Человек, который пользуется авторитетом у своих подчиненных. Только так можно организовать эффективную работу команды. Только это дает вам возможность и право решать неизбежные возникающие споры и противоречия. Заметьте, здесь речь идет не о формальных полномочиях и власти, а об отношениях и авторитете, который нужно заслужить, удерживать и увеличивать. Есть и третья роль – связующее звено. Если функции официального главы можно уподобить должности президента, то роль связующего звена похоже на работу министра иностранных дел, выстраивание отношений с внешними контрагентами, поставщиками и подрядчиками, а также смежными подразделениями. Все это тоже лежит на плечах руководителя. Хочешь построить бизнес и достичь поставленных целей? Умей дружить, договариваться и дорожить своим словом, исполняя взятые на себя обязательства. Теперь переходим ко второй группе. Поговорим об информационных ролях. Первая из них – собиратель и аналитик. Задача руководителя – организовать сбор и анализ информации, которая нужна для принятия управленческих решений. Вы, конечно, не можете знать и помнить все, но вы обязаны знать, где можно быстро добыть информацию и что с ней делать. Продолжая аналогию с государственными должностями, это одновременно глава Госкомстата, службы внешней разведки и ФСБ. Вторая роль в этой группе – распространитель информации. Информацию нужно донести до адресатов в нужное время, без искажений и в необходимом объеме. Выстраивание формализованных и неформальных коммуникаций – тоже важная обязанность руководителя. Иначе вы бесконечно будете слышать отговорки: «А я не знал, а мне не рассказали, а я не так понял». Ну и последняя информационная роль руководителя – интерпретатор. Информация всегда нуждается в толковании, в правильной подаче. Мало донести сухие цифры и распоряжения до подчиненных. Нужно, чтобы они сделали адекватные выводы и побудить их к нужным действиям. Так что в вашем маленьком государстве вы еще и главный телеведущий. Учитесь говорить так, чтобы вас внимательно слушали и правильно понимали. Ну и напоследок поговорим о ролях руководителя в принятии решений. Вначале было слово. Любое решение должно быть кем-то инициировано. И этот инициатор – вы. Все начинается с вашего распоряжения. Вы даете старт любым проектам и программам. Не ждите, пока процесс начнется сам собой. Не начнется. Все ждут вашего сигнала к старту. Но не бывает деятельности без сложностей и препятствий. Так что еще одна ваша роль в принятии решений – это устранитель проблем. Это совсем не обозначает, что именно вам нужно бросаться и затыкать дыры своим телом. Но вот определить, что нужно предпринять в связи с появившейся проблемой и организовать соответствующие действия – это ваша задача. Капитан не прячется в каюте во время шторма, а гордо стоит на море и отдает приказы. Героическая картинка, правда? А вот следующая роль не такая героическая, скорее наоборот, но тоже очень нужная. Это роль распределителя ресурсов. Никогда не бывает всего в избытке. Денег, оборудования, людей, возможностей. Всегда чего-то не хватает. И ваша задача грамотно,
в соответствии со стратегическими приоритетами и тактическими задачами распорядиться имеющимися ресурсами и при этом по возможности избежать конфликтов. Непростая задачка, но и с ней вы должны уметь справляться. Получилось всего 6 ролей в 3 группах. Посмотрите на них внимательно и примерьте их на себя. Так ли хорошо вы со всеми с ними справляетесь? Ну а если нет, значит это видео может навести вас на мысль о том, чего вам не хватает, чтобы стать еще более успешным руководителем. Кстати, во всех описанных ролях нет еще одной, казалось бы, самой очевидной – роли специалиста и эксперта. Ну как может руководить программистами не программист? Или производством обуви? Человек, который не только пошить, но и просто почистить себе ботинки должным образом не умеет. На самом деле, все не так очевидно. Даже очень хороший программист, став руководителем, очень скоро безнадежно отстанет в профессиональном плане от своих подчиненных. Как минимум потому, что на программирование и изучение новых технологий у него просто-напросто не будет времени. Так что какое-то представление о том, чем занимается его подразделение или бизнес, руководитель, конечно, должен иметь. Но быть самым лучшим специалистом в компании он скоро перестанет. И это неизбежно и правильно. Его профессиональный рост пошел теперь совсем в другом направлении. Впрочем, о качественном переходе от специалиста к руководителю мы поговорим в одном из следующих видео. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя», а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Пишите вниз комментарии, мы их читаем и отвечаем. Увидимся!